Дорогие друзья, 2 марта 2020 года, в мой день рождения, пройдут выборы. Я приглашаю всех вас прийти на избирательные участки и поздравить меня лично, проголосовав за мою кандидатуру. На посту премьер-министра я обязуюсь обеспечить всех своих друзей хорошим заработком и должностями. Я откажусь от своей зарплаты и буду жить исключительно на взятки. Наша страна переживает тяжелые времена. Левые ненавидят правых, правые левых, велосипедисты ненавидят автомобилистов, и все они вместе как один ненавидят таксистов. Для меня же нет никаких различий. Я ненавижу всех одинаково, и я обещаю залезть в карман каждому из вас, если вы хотите сделать действительно правильный выбор и обеспечить всю мою семью достатком и богатством. Приходите на избирательный участок и голосуйте за меня. Петр Евгеньевич, ваш кандидат. Петр Евгеньевич, сестра вам и брат. У него нет опыта, нет знаний, он никто. Так отдай же свой голос за него.